15 января Ярополк не изменяет своим традициям, опять приехал в Купиль, сегодня у нас 20 человек, и сегодня мы делаем челлендж, чтобы как бы зарядить жителей Подмосковья, и будем свою эстафету передавать. Нашу эстафету по закаливанию мы передаем военно-патриотическому клубу «Вепрь» города Красногорск, возглавляет его мой друг Трушкин Евгений. Женя, купайся, ты должен принять этот вызов со своими воспитанниками и передать его дальше. Окунемся. Я просто не знаю, как будет просто. Класс! Мы по программе нашего клуба круглый год купаемся. Давай! Передаю эстафету клубу «Вепрь». Родилась такая акция «Быть здоровым – это модно», она уже приобретает масштаб. У нас в этом году 25 февраля мы обливаемся, будет уже 15 регионов. И международная Белоруссия к нам добавится. Самая восточная точка будет Южно-Сахалинск. С нами в телемосте обливается в наших футболках Ярополка. Ярополка. Обливаться надо, потому что холодная вода, понятное дело, это повышение иммунитета, закаливание. Передаю эстафету с «Вепрь». За счет стресса, который получает организм, весь негатив уходит. Аккуратнее, чтобы не было морщин. Морщины никому не нужны. Слава России! Передаю эстафету клубу «Вепрь». Давай. С головой. Это мои уже старшие, они уже опытные. Молодец! Закаляйтесь, ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом. Главное, не забывайте всегда держать себя в хорошей форме. Передаю эстафету военно-патриотическому клубу «Вепрь». С головой раз. Два. Ух ты, все вышло! Молодец, все! Ведите здоровый образ жизни и закаляйтесь, ведь это модно. Передаю эстафету клубу «Вепрь». Отлично. Спасибо вообще возможности этой Ярополка, потому что долго собиралась, но не было повода себя как-то пинка себе дать. И сейчас все сложилось, пазл сложился, я здесь, я хочу попробовать. А, не холодно. Ну, если только чуть-чуть. Аккуратно, спелыми сделай! Передаю эстафету спортивно-патриотическому клубу «Вепрь». Иди вниз, зайди и там говори. Нам холодно! Слава России! Слава Ярополку! Закаляйтесь, будьте здоровы! Всем спорт, ЗОЖ! Член общественной палаты городского округа Красногорск Федор Дмитрий, а также тренер у нас клуба Ярополка по самбо. Давай! Когда попробовали в первый раз окунуться здесь? Сегодня. Ну и как впечатление? Офигенно. Отлично. Ну что, молодежь, вот Сёма, понравилось? Да, будем еще раз ездить. Да. Будь здоровыми, будьте сильными, слава России. Клубу «Вепрь» передаю эстафету. С головой, Рома! Вот, только третий раз сделал. Скажи честно, вас заставил Илья Сергеевич приехать сегодня или нет? Нет. Давай честно, прям честно. Ну честно. Нет. Тебя заставили реально? Передаю эстафету клубу «Вепрь». 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 Из Красногорска. Слава России, закаляйтесь. Красавчик, давай. Молодец. Очень холодно. А потом тепло. Передаю совету спортивному клубу «Вепрь». Никогда не курите, не пейте алкоголь. Будьте здоровы. Красавчик. Слава России. Слава России. Ух, молодец, мужчина. Я попросил купельца всего два раза. И то положительный путь. Я купался в минус 22 с Ильей Сергеевичем. Это очень классно. Будь здоровым, это модно. «Вепрь», обязательно прими наш вызов и тоже купайся. Давай. Я хочу передать эстафету клубу «Вепрь». Будьте здоровыми. Слава России и слава Ярополку. Я верю, что обязательно будет мир во всем мире. Давай. Красотуля!
Поздравляю работников Следственного комитета России. Передаем эстафету спортивно-патриотическому клубу «Вепрь». Всем силы, силы духа, здоровья. Мир. Крутяк! Нашу эстафету мы передаем военно-патриотическому клубу «Вепрь», который находится в Красногорске, выполняет такие же функции, как и наш клуб «Ярополк», воспитание здорового поколения, спортивного поколения и патриотического поколения. Вот. Клуб «Вепрь» возглавляет мой друг Трушкин Евгений. Женя, ты обязан принять эту эстафету и своими воспитанниками приехать в ближайшее время, окунуться и передать уже дальше. Надеюсь, по Подмосковью наш такой небольшой челлендж в преддверии массового всероссийского обливания «Быть здоровым – это модно», который пройдет 25 февраля в 15 регионах России. Главная площадка будет в Красногорске. Именно этот челлендж приобретет обороты и, соответственно, многие обольются 25 февраля в цветах флага Российской Федерации.